Итак, видео называется «Петергоф 3», и я наконец-то сходила в туалет. Вот. Интересная информация. Ну, как бы мы же искали в прошлом видео. Для зрителей это фатально важно. Ну, как бы мы же в прошлом видео искали его, теперь мы его нашли. Да, это типа сага такая. Очень хороший туалет. Вот, кстати, он. Вот, да, надо было внутрь зайти и показать унитаз. Правда, очередь большая. Ну ладно. Скучно. Не, почему? Почему здесь сразу люди? Как такие яркие лица. Дым сидит тут ничего. Да, особенно у вас. Там еще не спишь? Нет. Я же разговариваю. Притворяются, да. Ты вот не разговариваю. Я еще в бассейн. Снимают. Ну, понятно. Что-нибудь умное сказать можете? Да, Дима, начинай, да. Не комментировать видео? Уже скомментировал. Ты нет, скажи что-нибудь. А что надо бы сказать? Только погромче. Здесь очень... Еще громче. Хороший туалет. Там почти жить можно. Здесь хороший вид на белок. Да, тут были белки, там все кричали русские, что надо идти фоткать белок. Типа круто. Немножко, да. У каждого свои комментарии. Теперь это что будем делать на свободное время? Вот вы, например, да, мы куда планируем? Сегодня будет свободное время? Свободно. Конечно, будет. Сколько? У нас еще две экскурсии сегодня, так что... И ужинать, кстати, скорее всего, тоже будем сами. О, Господи, Дима, будем ужинать. 15.30 мы планировали обед. К обеду нам должны сказать, будут разводиться в Москве или нет. Коль будут, лучше завтра, то будет 23.00. Вы тоже. Я выспаюсь. Ты, блин, через раз говоришь. В прошлом видео вначале ты сказал, что ты хочешь спать. Да, а он сейчас вот по дороге выспался, поняли? Я выспался. Я тебе говорю, он там спит. По-любому. Да. Ладно. Уже 2 минуты 40 секунд. Мучение, да? Ну, кстати, кины классные эти чистые кроссовочки, кеды. Замечательные. Можно. Депрессивные. Паша вообще красивая, посмотрите. Давайте еще сделаем так. Итак. Красота. Я напоминаю, что экспонаты в музее. Да. И вот малёк поменялся. Интересно. Не у меня получится. Ну, у тебя они не так. У тебя они постирают. А мне только постирать придется, потому что мне что води пальцем, что не води. Пока одинаково. Видно, как не, они ясенькие, не пыль. Ой, можно, да. Мне страшно остались, они смотрят. Опять купаться! Я просто не выдерживаю. Надо прокомментировать, что-то сказать. Вы совершите сегодня вторую попытку отчаянно добраться все-таки до торгового центра? Да нет, зачем? У меня на голове бардак. Ну, вообще-то волосы. Торговый центр прикольно. А? Торговый центр классно. Ну, хорошо. Галерея, это, конечно, был... Пешком. Ну, мы понимаем. Далеко туда от станции на... Невская. На Невской станция. Походу следующая. После Невской. Да. А чё нам не сказал, чтобы мы на метро поехали? Ну блин, что за должна быть карта. Там следующая станция, но там перерыв большой просто. Дорога долгая. А, ну там, конечно, большой перерыв, но там от Невской и следующая, вот, ну, восстание мои. Господи, какие. На улице. Там 290 магазинов, ребят, 5 этажей. Глобус отдыхает. А да мы не дошли, ну просто, ну, зачем нам? Нам... Мы остановились возле H&M, мы искали H&M, мы не искали галерею. Мы нашли H&M до галереи. Зачем нам та галерея нужна? Ну так.
он тоже хотит... Я думаю, что мы бы не выходили, если бы мы еще столько же прошли. И честно, я бы сдохла, у меня так ноги болели уже. В этой галерее еще два в вашем доме. Ты зачем два одинаковых магазина в одном торговом центре? Там разные продукты. Нет. Я их пытаюсь оправдать. Рома вкусно. Ладно. Закончим на том, как Наташу шатает. И пойдем, наверное, к автобусу все-таки, потому что уже 5 минут.